Привет, привет, всем привет, друзья, добро пожаловать на наш канал Турецкий Папаши. Друзья, сегодня я один, я с семьей, Стасией, Айлин, Катя, все вместе. У нас сегодня задание есть, Стасия задание есть, поэтому мы вышли за гулять, да, Катя? Стасия, ты где? Я спрашиваю, что ты домашний. Да, какое домашнее задание у тебя сегодня, скажи? Мне учитель задал съездить в Италию. В исторические места Турции. Исторические места Турции, да? Да, Италии, я да, уже да. Одно записала. Теперь мы будем... А про что ты записала, остальные. Расскажи? Про башню. Про башню, и что там башня? Забыла? Она еще чуть-чуть знает, друзья. У нее задание посмотреть, гулять в исторические места. В Анталии какой, например, есть исторические места. Например, есть здесь старый город. Здесь есть, называется Минаре, Ивли Минаре. Еще старый город. Еще мечеть есть одна очень старая. Будем Тасю показывать. Еще там есть одна музей для детей. Это. Называется да, игрушек музей. И мы сейчас если найдем, здесь тоже будем гулять, и Тасю будем показывать. И такое хорошее задание. Мне обычно история очень нравится и очень интересна всегда. Поэтому мы сейчас в центре Анталии, Джумурьет Мейдан. Друзья, здесь есть, вот такой покажу. Это, можем сказать, самый центр в Анталии. Вот. Там есть хейкель, скульптур. Скульптур это вот Ататюрк. Эйкели, скульптур, это по-английски, по-русски не знаю. Статуя. А, статуя, да, статуя. Да, английский тоже, кстати. Вот здесь есть Ататюрк статуя. Ну, здесь обычно все туристы, все народ можно найти, потому что здесь очень популярный. И когда кто-то приедет в Анталию, самое первое, они в этот сад, старый город смотрят. Они хотят здесь гулять, потому что здесь очень известно, очень популярное место. И очень красиво. Сейчас я вам буду чуть показывать вид тоже, как здесь вид. Давайте вместе посмотрим. Вот что это за вас, скажи нам. Вот это. Друзья, вот это Ивли Минаре. Да, башня. Как называется это, Тася? Это как называется, это забыла? Ивли Минаре. Да, вот написала даже, что-то видела. Ивли Минаре. Друзья, это делали в 13 веке. Это очень старый исламик мечеть, можем сказать, и минара. Вот. Это старый Анталий называется Калеичи. А по-русски это называется старый город. Да, молодец, все знают. Вот. Кстати, здесь очень крутой вид. Я хочу кое-что сказать. Что скажи, давай. Вот. Здесь можно на одну из памятников лазить. Я хочу вам показать, как я лазил. Ага. Сейчас, папа. Давай. Сейчас. Подойди только поближе. Давай, давай. Она хочет нам что-то показывать. Вот, друзья, такое место здесь. Большой площадь. Аккуратно, Тася. Вот, друзья, я хочу вам вид показать. Очень крутой, очень хороший вид. Вот, друзья, там есть марина. Обычно можно делать экскурсию и ехать доллара можно. И обычно летом есть корабль, можно ехать до Кемер. Вот это напротив Кемер. Поэтому летом есть такая экскурсия. Еще, друзья, здесь очень старые дома. Ну, они никто не живет уже, конечно, видите, уже очень старые. Ну, вот, например, там отель есть, маленький отель, бутик-отель называется. Вот там, там отель, много отель. И, друзья, здесь обычно вечером очень-очень много есть бар, кафе, ночной клуб, живая музыка.
обычно вечером здесь очень веселой и очень крутой. Вот я сейчас вам покажу. Еще. Та-та-та-та. Друзья, это и в Лиминаре еще мечеть. Здесь, кстати, много мечет есть. Вот Манара 1, 2, 3. Здесь видно еще. Там есть напротив. Еще здесь есть, друзья, дюрбин. На дюрбине можно близко смотреть. Кстати, на 1 лир работает. Если у вас есть 1 лир, то вы можете посмотреть близко. Вот здесь очень старые эти дома, уже, конечно, почти все сломался. Ничего не работает. На улице, друзья, очень много народ, сегодня выходные, субботу, поэтому люди чуть больше. Катя, что ты делаешь? Очень занят. На работе? Или видео? Че истории поставишь? Да, все вместе. Все вместе? Напротив кафечки много, друзья. Тася, вот Тася. Кафе много, ресторан здесь много. Друзья, мы еще пришли в самое еще одно популярное место. Это Адриан. Адриан Капуса. Дверь Адриан называется. Здесь тоже очень исторический. Уже есть здесь башня. Тася, вот бери тетрадь, Тася. Смотрит. Пусть Тася пока смотрит. Но... Тася, сейчас напиши, что бис. Место паста. Хадриан. Хэ. Ха. Д. Д. Хадриан. Ри. Ян. Ян. Тася, пусть пишет, мы смотрим территорию. Это иранян, Катя. Это иранян культур. Он фарси поет. И она мне снимает, я ее снимаю. Капусы, место поставь. Как капусы? П. Вот еще хотели в Калейче гулять, друзья. Старый город. Вот здесь все магазины. Как сказать? Чаршу, это базар.
турецкий базар типа. Раньше был турецкий культур такая. Да, Катя? Самых отчаянных туристов. Точно. Вот здесь отель есть. Катя, видишь? Адриан. Катя, мы куда пришли? Знаешь? От ковер там, да, много? Продается там? Да. Друзья, такой красивый ковер. Хотел вам показывать. Это намазлык. Где намаз молился. Вот такие дома. Еще нашли невеста и зять. Друзья, здесь магазин, сахар. Just candy. Just a candy. Та-та-та-та-т. Смотрим, что внутри есть. Аника, привет. Очень интересный магазин. Какой хочет Аси? Одна. Гуляем, гуляем, друзья. Вот, еще мы в Каличе. Такой красивый вид. Хотел вам показать, друзья. Красивее, чем Анталия? Это не Анталия? Это старая Анталия? Каралиолу парк, друзья, это парк называется Каралиолу. Тоже очень популярное место, парк. Почти все Анталия уже видно. Напротив уже солнце. Вот Марина здесь, друзья. Вот это Марина. Калечи Марина называется. Вот. Старый дом был раньше здесь. Но уже почти нету. Вот, друзья, у нас сегодня был такой день, мы с Тасю гуляли, показывали Тасю исторические места, красивые места. Думаю, что Тася уже чуть-чуть знает про старый Анталия, да? Уже знает, что какой мечеть есть старый, какой самый большой старый мечеть в Анталии, Ивли Минаре, мы показывали, Мнара, это по-русски. Тасю, в понедельник будешь рассказывать, да, учителю, что... А мы еще сюда придем? Сюда? Еще тебе понравился? Вот Тасю. Тасю очень понравился. Мы ее, кстати, купили очень вкусные, красивые конфеты. И поэтому ей очень понравилось. И говорит, что папа еще раз поедем. Ну, думаю, что, конечно, еще раз приедем, потому что вот эти места, друзья, самые популярные, все уже знают.
Каличи, конечно, думаю, что такое место все должен знать. Очень красивое, очень крутое место. Если кто-то не видел это место, если вы будете приехать в Турцию, обязательно вам надо сюда подойти, друзья. Очень крутое место. Это очень красиво. Да, все тоже согласны, что очень красиво. Спасибо, что посмотрели наше видео, друзья. У нас было задание, и спасибо учителю, что такое задание дал. Из-за этого мы гулялись. Такой класс, погода, солнце, вообще не холодно, даже без курса Тася и Катя, только я там легко оденил. У нас был такой день. Спасибо всем, пока-пока, Тася. Пока-пока. Увидимся на следующем видео.